Доброе утро. Сегодня день 69, 2 июня. Остановились на завтрак. У нас сегодня супер короткий день. Мы уже прошли, пролетели 3 мили. Осталось где-то 4,5, и мы будем в городе. Я не супер excited, потому что мы не будем останавливаться в отеле, но идея того, что мысль того, что мы примем сейчас душ, сходим в нормальный туалет, покушаем вкусно, это уже дорогого стоит. Сегодня придем туда рано, будем проведем там целый день. Вот, а завтра будем выдвигаться опять обратно на дорогу. Мы сейчас будем проходить по самому длинному мосту пешеходному на всей Апалачинской тропе. А, да, это вишня или черешня, вишня, скорее всего. Пытаемся поймать попутку. Жарко так, нереально. Градусов 30, наверное, точно. Это только 10 утра. Как вы думаете, получится у нас поймать или нет? Ребята, другие хайкеры ждут шаттл. Если не получится, возможно, пойдем на шаттл и будем платить денежку. 10-15 долларов вроде с человека. Город, в который мы приехали, называется Глазго. Прям такой совсем малюсенький. Нам таки удалось поймать попутку. Мужчина нас довез быстренько, всего 5 миль. Выбросил на перекрестке с городом. Вот, мы милицию идем пешком. Стираем наши вещи. Ждем, пока постираются, посушатся. Надели на себя это самое чистое, ну я, а Андрей надел на себя панчо. И он ходит вообще даже без нижнего белья, просто панчо. Сейчас постираемся, пойдем покупаемся и пойдем кушать. Остановились на обед. Я хотела так милкшейк. What does 56 miles give you? Я его получила. To the devil's backbone. Салатик. И сейчас у меня еще придет паста. Равиоли. С сыром. No. Okay, I was about to say. Не так я немного себе это представляла. Я думала без томатной пасты. Но ничего. Все равно вкусненько сейчас будет. Одна единственная забегаловка, не знаю, ресторан называется, который есть в этом городе. Это, собственно, примерно весь город. И прям здесь же косят траву, сушат, собирают. Вон туда, где Андрей идет. Слева вон палатка, где стоит. Там шелтер. Сходили вот здесь вот в 2 минутах, покушали в ресторане. Сейчас надо посчитать, сколько у нас есть еды, чтобы сделать ресуплай. И Андрей не хочет оставаться здесь в городе, хочет вернуться сегодня на тропу. Короче, никакого отдыха. Еще и на следующие дни он хочет ходить по 20 с лишним миль. Вообще отлично. Я очень рада. Это, собственно, шелтер прям среди города. Есть 3-этажные спальные места. Trail Magic принес пиво. Здесь
Хайкербакс, можно найти что-то для себя бесплатно. Здесь душ мы принимали, в принципе, нормально было, неплохо. И вот такой вот биотуалет. Сейчас, кажется, дождик пойдет. Because it was freaking small, and because of all the shit that he, this is a lot of little characteristics he was going through. Why was him? I bet. Какие виды? Как у бабушки в деревне. А это небольшой город с населением 1300 человек. На секундочку. Один единственный ресторан на всю округу, как в деревне. Куча каких-то машин непонятных. Одна заправка. Машины такие все тоже старые. So on here, we've got a good chance of seeing the bear. Like, we haven't seen the bear in Smokies. Мы уже вернулись на тропу. Наверное, полчаса где-то пытались поймать попутку. И один мужчина нас довез с ветерком. Хорошо. Сейчас буквально 3 мили пройдем до кемпинга, до нашего ночлега. И остановимся. Время уже часов 5, наверное. Все равно жарко, влажно. Какой смысл опять был от этого душа, если я сейчас вспотеем? И будем опять мокренькие. И сейчас подниматься в горку. Самый маленький, какого вы только, наверное, видели. Хорошенький. Какие они хорошенькие, хочется себе забрать одного. Наше сегодняшнее место для ночлега. Андрей с ума сошел. Мне страшно. Прям на краю так тесненько. Еще такая каменистая местность. Ну, вид, конечно, потрясающий. Андрей говорит, завтра здесь будет видно рассвет.